Всем привет! Итак, новый обзор покупок. Первое, что это вот такой вот порошок. Не видно здесь XL написано. 3 килограмма гала, французский аромат. Вот такой по акции, позже скажу цену. Далее взяли магазинчики возле нас. Вот такие пельмени по-домашнему. 0,5 кило вроде бы. Здесь на 27,85. А за килограмм они вроде бы 44 там в копейках. Так, далее готовимся уже к Пасхе. И взяли еще вот такие формочки маленькие. Так, что у нас еще здесь? Туалетная бумага. Сухари, своя линия с изюмом. Сливочное масло Малиндам 63%. Сегодня скидка один день. В Пасхе еще вот такой кишмиш, виноград. Разумный выбор. Пасту сырковую. Сметану. Вот такую славяночка. Взяли 2 помидора тепличных на салаты. 2 авокадо. Далее зелень, здесь укроп, петрушка, зеленый лук, хлеб бородинский фирменный, десяток яиц белых, батон особливый кулиничи. Так. Мука 2 килограмма, вот такая, разумный выбор. Так. Дрожжи. Вот такие и вот такие. Салфетки сухие, влажные. Так, что взяли в магазине Траш? Вот такое молоко. 2 упаковки по хорошей цене было. Ферма 2,5% жирности. Так. Пори взяли вот такую моцареллу. Еще в магазине Траш Норвен селедка. На нее еще было минус 25%. Так. В магазине Траш вот такие макароны Реджия паста, трубочки такие, здесь 500 грамм. В Форе взяли вот такой торчин с паприкой, он есть только в Форе, в АТБ, в других магазинах я его не видела. В магазине Траш взяли еще до шашлыку вот такой кетчуп и лагерный, американскую горчицу в Форе. В магазине Траш овсяное печенье.
один лимон в трассе. И еще для Пасхи в форе вот такую посыпку классическую. Так. И в магазине Trash Pepsi с надписью Киев. Искала, находила только Харьков, Черновцы, Запорожье, а Киева не находила. Поэтому увидела и сразу захотелось взять. Так. Все это вроде все. Итак, по чекам. В магазине Trash. Печенье овсяное 13,99, макароны 18,99, селедка 24,74 со скидкой получилась, лимон 3,47 за килограмм 33,99, молоко ферма 1,17,99 за 2,35,98, пепси 10,29, кетчуп лагерный 8,99, к шашлыку 8,99, всего 125,44. Так, в форе посыпка к Пасхе 4,57, мороженое каштан съела 10,90, сыр моцарелла 19,90, кетчуп с паприкой 10,99, горчица 7,50, всего 53,86. И самый большой чек, как всегда, из АТБ. Так, батон 15,50, порошок 97,90 по акции, мука 2 килограмма 25,90, туалетная бумага за штуку 6,10, за 2 12,20, салфетки 3,50, 2,20, масло 2,7,50 по акции, витаминный пучок 19,80, дрожжи сухие 4,40, дрожжи прессованные 5,40, виноград, кишмиш 9,30, изюм, паста сырковая 29,90, хлеб бородинский 17,90, набор форм для выпечки 12,90, сухари с изюмом 16,50, авокадо 37,90 за 2, за килограмм 119,95, томаты 8,19 за 2 штуки, а за килограмм 44,49. Сметана 20,70, яйца 27,90, кстати, подешевели 2,79 одно. Всего 395,40. Фух, вот такая вот большая в этот раз закупочка. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ждите новых видео. Всем пока!